Вау, крутая штука. Но мы с ней далеко не уйдем. А в следующий раз обязательно, обязательно надо взять. Ну, жалко, с собой нельзя ее перенести. Вот, так что, ребят, дико извиняюсь. Я обязательно пишу, с какого момента вам надо будет смотреть видео, чтобы не скучать. Так. Опа, у меня же палит кто-то. А кто палит-то, не вижу. Ой. Вот тут кто-то, да? Ну ничего, сейчас мы с этой БТР-кой бронетранспортером этим. Это что, наши? Нет? Не, не наши. Это кто вообще? Не вижу. Цепь, да? Или нет? Да, цепь. Ну, видно по спине. А зачем я его бомблю? А он меня тоже бомбит, да? Да, это вражеский, по-моему. Классная машинка, вообще супер просто. Отменно. Чё рушится-то с небес? Что-то рушится камни с небес. Ой, а вот тут я не знаю. Да, мы должны проехать. Труба, коллектор, блин. Конечно, как по Америка, как сходит в туалет. А, это метро. Ё-моё. Как такое произошло? А как это так? Не понял. Чё за нафиг? Это как вообще такое возможно? Чё это такое вообще? Как он перевернулся? Бред какой-то вообще. Зашибись. И как? Ну ёптить, ну я как всегда все испортил. А может его как-то, не знаю. А-а-а. Обидно, 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 досадно очень. Во-первых, тупил 2 часа, блин. Во-вторых, обрезать ничего не буду. Все честно. Приняли сигнал СОС на канале Раша. Сам додумался. Раш, до всего. Если кто-то и может нам помочь, то это Раш. Найди его. У меня новые данные об Архангеле. Мы отслеживаем его орбитальное перемещение. Тебе придется ускориться. Он будет над Нью-Йорком через 15 минут. Ты справишься? Мы всего лишь в паре километров от источника сигнала Раша. Мы поищем его и вернемся через 5 минут. Мы успеем навстречу. БТРки все разрушены здесь. Ну ладно. Ну, сам хотя бы додумался, то есть случайным образом, причем для того, как пройти. Я даже не знаю, сколько я там кружил, минут 5, наверное, если не больше. А может даже и меньше. Так, отдыхать пока. Визором глянем. И все, погнали. Эх, вот эту штуку бы снести. Прикольно было бы. Что? Блин, слушайте, долго! Зря я этот БТР все-таки перевернул. А как так получилось, я так и не понял. Видимо, я наехал наверх. Подожди-ка, что это? Видимо, я наехал. Там вроде что-то было, нет? Нет. Наехал на выступ, на левую стенку, и поэтому перевернулся. А я, кстати, я когда заезжал, я увидел, что я косо еду, и начал вправо. И как вправо поехал, так и перевернулся в натуре. Ну, здесь бы я уже, наверное, не проехал. Данные загружены. Так, сейчас. Воу, что это? Ну-ка, давайте-ка на место вот это еще глянем, что это такое у нас. Так, это у нас какая-то хрень. Урон огромный. Короче, это снайперская винтовка, я так понимаю, да? Конечно. Ну и здесь патроны. Так, перезарядим. А, перезаряжать не надо. А, здесь... Пророк, в зоне посадки горячо. Внешний генератор питает их воздушную защиту. Ты сможешь накрыть его? Прием. Попробую. Кого, генератор или что он сказал? Ой, энергия, энергия, энергия. Кто запалил? Да вам вообще не до меня. Так, все.
Сейчас всех отметим здесь, кого будем месить. В принципе, все, да? Мне надо что-то там с генератором делать, я так понимаю, с каким-то. Нет? А, да-да-да, вот здесь вот. Ладно, не важно. Мне все равно в ту сторону, поэтому давайте месить. Кого будем месить? Первое. О, Цефа замочили. Ну ладно, давайте. Опс. Вот так вот. Вот так вот сейчас подзарядимся чуть-чуть. Возьмем лучок. И бегом. Зачем бегом-то? Полили. Меня, короче, заметили. Ну да, сильные люди, мне кажется. Они, видите, цефов загасили. Во! Жнец! Все! Хана вам. Так, что там надо? Ой, блях, муха, это чуть такой за пушка вообще. Ой-ой-ой, это что-то не то. Я немного не на то рассчитывал. Ну-ка давай. А, типа дробовика это. Ой. Подожди. Ну-ка давай глянем. А, все, патрон нет, да? Ну ладно, берем лук тогда. Да завались ты уже. Нет, стоп. Давайте вот так вот возьмем. Не, вот так вот. Чё там? Это кто сделал? Да давай ты уже, убей его. Наконец-то. Кто у нас тут? Какая мощная хрень, а? Первый раз убивает. Кто-то еще палит меня. А, вон тот он, да? Здоровяк. Перезаряд. Давай, давай. Так, здесь у нас бабах. Вот так вот. Нет, еще не сдох. Вот теперь сдох. Круто, вообще круто. Очень хорошее оружие, скажу. Очень мощное. Но мал патрон. Да, боеприпас, конечно, боезапас. Так, возьмем. Во, вот это мне понравилось. Ну, точнее, не то, что понравилось, я то даже и не испытал. А, все. Все, значит, куда нам? Туда, 260 метров. Либо вот 100 метров. А, подожди, это не то, вот 160 метров. Ага. Ну погнали, где тут забираться надо, я не знаю. Где-то вот тут, наверное, надеюсь, правильно бегу. Так, вот опять БТР. Если он нам мешать будет, придется его кокнуть. Пророк! Пророк! Мы нашли Раша! Мы нашли Раша! Каков его статус? В растерянности. Кажется, у него крыша поехала. Не понимает, где он и кто мы. Но физически он в отличной форме. Видимо, у него контузия. Он находился в мертвой точке активной зоны Цефа. Мы можем туда сесть. Непонятно, как он вообще выжил. Я так понимаю, да? Так, а что тут у нас? Ой, куда ты? Что ты сделал? Подожди. Мне нужен визор. Визор нужен. Ой, вот тут опять замес какой-то. Замес, замесович. Угу. Так. Патроны. Да завалить уже. И вот здесь нам не нужны. Сейчас восстановим энергию и пойдем. Блин, с этой базукой просто какие-то цепи такое чисто. Шестеренки какие-то вообще. Массивная. О, вот этот парень, про которого мне сказали, подойдите сзади, что-то возьмите у него, это как его, его пушку взять надо там как-то каким-то образом. Не заметили. Ну-ка. Вот, например, сейчас у меня получится, нет? Что он делает? Короче.
Все, сойдет. И патрон. Ой. Так, 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 патрон нету. Ну-ка, бам, как тебе такой расклад? А вот такой. Нормально. А ты еще живой? А че это он такой живущий? Обычно вроде с трех брал. Все, он сдох, да? Ну, здорово. Сделали минус. Отличненько. Идем дальше. Мы уже почти вот, мы и прошли цель, кстати говоря. Сейчас мы посмотрим, что у нас с нановизором. Так, с нановизором у нас. Ты можешь ты взять? Зачем ты выкидываешь? А, только заменить можно, да? Или нет? Ну не знаю, ладно. Все. Здесь у нас что такое? Здесь ничего. И вот здесь вот надо 17 метров. Ну, скажите, тут 6 метров. Вот, разве? Это 6 сантиметров, наверное, а не 6 метров. Так. А, стоп, это взлом. Чуть он какой-то странный. Архангел заблокирует купол свободы через 10 минут. Давай, пожалуйста, двигайся. Люди! Это ты, мой мальчик! Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты принял отличное решение. Я не твой мальчик. Архангел, угроза для всех нас. Нужно действовать быстро. Мы зашли слишком далеко. Мы рискуем потерять все. Пророк, в зоне посадки горячо. Башни надземной орудийной системы бьют в мой сектор. Выруби их. Прием. Вас понял. Псих, цефы прекратили огонь. Что там происходит? Цефы бросили цель. Информации о причинах нет. Прием. Прием. Прием, прием. Все, сейчас всех отметим в натуре. Блин, как их дофига там. Ловушки еще самые, походу. Все, нановизор вырубаем и погнали месить наших. Ну, в смысле, не наших. Наших ребят. А, они тут уже все попрятались. Ну, конечно, я пришел. Куда им еще деваться? Ну-ка, давай. Ну, вообще обидно на так тратить это на людей, но... А что делать-то? У меня... Выкину заодно ее. Обидно не подбирать такое. Ну-ка, ба! Прикольно. За музыка какая-то торжественная такая, или напряженная, как будто бы наш главный герой прорывается с последними силами, он умирает и прочее. Все, патрон нету. Ой-ой-ой, а это турель, ёпки, я забыл. Ломать нельзя, да? Надо ее видеть, наверное. С такого расстояния сойдет. Не давайте ему пробраться к оружию! Зажгите его! Прикройте! Оу, е. А у меня тут пулеметик даже есть. Ну-ка. Все, сдохнешь ли все? А, нет, он там еще. Кто-то еда прострелом. Ой, блин, взорвать, вот охота, чтобы эта штука прям упала вообще. Чтобы реалистично прям было. Я даже никого не вижу, кто там бегает. А здесь вообще никого не видно. О! Красавчик бежит. Все. Можно двигать дальше. А, стоп, подожди. Перезаряди-ка. Под землей можно пройти, да? Но нам с какой стороны-то лучше, я даже не знаю. Ну, пошлите там. Ой, он... Давайте лук возьмем. Стрелу заодно можно подобрать будет. Так, движущийся. Что он делает? Цель.
сложнее попасть. Архангел будет здесь через 5 минут. А, так это еще все и на время еще. Я могу даже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я могу еще и эту всю миссию просрать, наверное, да? Да, ты прав. Ну давайте сразу все подорвем тут. И будем двигаться побыстрее. Все, мы здесь. Мы на точке. Что тут надо сделать? А, уничтожить, да? Вот это что ли надо уничтожить? Что-то уничтожить систему. И позвольте психу сесть. А, типа ее взорвать надо, да? А чем? Я немного не подгоняю, либо... Вот эти бочки. Для этого и нужны бочки, наверное, нам нужно было бомбануть. Понял. А теперь двигай к пункту управления. Поторопись. Лифт должен все еще работать. Прием. Прием, да. Защита с воздуха выведена из строя. Вот мы влипли. Так, а я надеюсь, здесь-то я смогу пройти? Сажаю СВВП. Прием. Критическая угроза. Воздушная система обороны вышла из строя. Я жуй! Отлично. Можно было бочку подкатить и взорвать. Так, стоп. Я, наверное, зря сюда пошел. Могу, конечно, ошибаться, но... Ну ладно, если что, крюк навернем. Придется тогда крючок навернуть такой, да? Как бы здесь пройти туда? Бляха-муха. Вот хрен вообще. Молодец. Как же туда попасть-то? Спусти... Не, нафиг туда прыгать не надо точно. О! Стрелы гоните. Отлично. Еще стрела. Ну, я обратно же вернулся. Только крюк навернул. Вот здесь можно было, наверное, пройти, да, где-то, я так понимаю. Вот, вот по этому, типа, мостику, по этим трубам. Нет, нельзя, что ли? Куда я пошел вообще? Может быть, там, мне кажется, даже не надо было мне уходить оттуда. Лифт. Вот это тут лифт какой-то, может. Нет, лифт там. Вот, посмотрите, лестница, да? Ну, нам вообще лестница, наверное, не нужна. Нет, да? А что делать-то? Как мне забраться-то? Так, ладно. Поверху, что ли, как-то? Мне кажется, я вот тут наверху не ходил еще. Так, туда нам надо. Это понятно. Я опять начинаю тупить, да? Сейчас разберемся, не волнуемся. Не волнуемся. Может, как-то вниз спуститься? Идите в зал управления. Но опять что-то вот на поверхности, что я опять же не вижу. Ну я же начинающий, да, игрок, который много чего не видит. Каких-то простых вещей. Каких-то простых вещей. О, вот здесь, наверное, да, по-любому. Блин, здесь ничего нет. Ну ладно, давайте думать дальше. Вы-то уже, наверное, знаете, куда идти, вот я не знаю. Может, вообще сюда не надо? Как вы думаете? А, нет, только одна цель у нас. Ну, быстрее думай. Куда нам идти? Куда, блин? Где тут подход есть какой-то? Вон вниз, что ли, спуститься там? Что-то я не вижу. Сюда можно спуститься, нет? Нет, наверное. Ну, как туда попасть-то? Вот тут, наверное, да? Как раз таки. Или нет? Не, мне кажется, здесь... здесь просто, да. Такие тоннельчики, как бы. Но они не для входа. Да. Ну, блин, ну, ребят, ну опять туплю. Тупить начинаю. А, так, стоп. Я уже не могу. Так, перенапряжение. Итак, смотрим внимательно.
Вообще, я честно не вижу никаких даже подходов. Может, допрыгнуть как-то? Но мы сдохнем же, я же понимаю это. Или нет, вот кто знает. Может, опустить? Наверное, вот этот. Так вот как? Вот скорее вот этот мост как-то может опустить. Так, ну как, я даже не знаю, может быть... Нет, ну вот сейчас я уже начал понимать, наверное, мост надо опустить этот. Так. Так, хорошо. Но как? Стрелу просрал. Что-то бомбануть надо, что ли? Ну, давайте бомбанем. Тоже просрал стрелу. Чуть не упал. Ну, где этот, как его, штука, куда пальнуть надо? Вот этому что? Или я ничего не вижу, честно. Не пойму, куда надо идти. Не, ну, а, стоп. Так, секундочку. Вот. Догадался, наконец-то. Ну что же, браво мне. Опять я начал тупить. Да, серия тупая получается. Ну, в смысле, много раз я не мог пройти, но сам. То есть я не... Куда ты взялся? Я же тебя вроде нигде не видел. Я не смотрю никакие там подсказки в интернете. Как вы видите, да? Если туплю, то я обязан сам пройти. До последнего. Здесь-то у нас нет никаких улучшений для костюма. Че, вы мне не могли мостик, что ли, скинуть? Вот чуваки дают, конечно. Так, а нам... Стоп, что я сделал? Я обошел, да? Здесь надо войти. Стоп, что надо сделать? Идти в зал управления. А, ну... Все... А... Опять. Это уже мелочи. Идти в зал управления. Уже почти над нами, пророк, быстрее! Осталось несколько секунд! Я, наверное, прослушиваю иногда задания, потому что они мне говорят даже. 15, 14. Пророк, помоги! Ты должен войти в терминал. Осуществляю. Операции по устранению чрезвычайной ситуации запущены. Всем оставшимся агентам СЭЛ срочно эвакуироваться в подземный бункер 5Y9. Мы остановили. Вообще как в Dead Space звук будет. Когда обелиск работает там. Похоже, Архангел сбросил только частичный заряд. Около 5%. Пороговое значение для цепной реакции с энергией цефов. Нам повезло. И это все? Запуск симуляции 3-й стадии. Стадия 3. Вы были нужны мне. Вы все были нужны мне, чтобы помочь выбраться из этой тюрьмы. Пока я спал, мои дети оставались неразумными. Последнее, что мне от вас было нужно, это отключить Архангела. За это я благодарю вас. Что? О чем ты говоришь? Раш! Запуск симуляции 3-й стадии. Третья и последняя стадия. Луч. Все сильнее. О боже. Это мост Эйнштейна-Розена. Портал в галактику М-33. И из него вылезает что-то здоровое. Когда я не смог считать тебя, ты сказал, что это из-за того, что ты создатель костюма. Но это ведь не так. И долго это продолжалось. Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК цефов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился?
Ты сражался с коллективным разумом цефов, так же, как и я. Только ты проиграл. Они тебя поглотили. Теперь ты один из них. Терминатор. Да толкни ты его, блин. Чё ты на меня-то смотришь? Давно пора. Псих, вытащи её оттуда! В окно его выкинь. Давай, разбивай под ним стекло. Карл. Карл? Что-то в тебе есть, пророк. Что-то, чего цефы не могут понять и чего у них никогда не будет. Убирайтесь. Это он мне сказал. Полетели, я готов. Дерьмо. Пушки, пушки, берите пушки. Псих, альфа-цеф прорывается из башни. А, блин, я начал стрелять, я думал, мне надо стрелять. Вертолеты, на 3 часа, бегом. Давай, давай. Вытащите нас отсюда. Это будет не так-то просто. Пророк, ты должен это видеть. 3-я стадия. Финальный и самый смертоносный этап стратегии колонизации цефов. При встрече с упорным сопротивлением силы вторжения цефов попытаются открыть мост Эйнштейна-Розена прямо в сердце родной галактики. Отсюда ульи цефов разворачивают лагеря воинов для уничтожения любых препятствий. Мы видели лишь часть того, на что способны цефы. Это геноцид. Альфа-Цеф будет испускать этот луч, пока все силы вторжения не пройдут. Нужно его отключить. Клэр! 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 Пророк, какого черта там происходит? Боже мой! Клэр! Держись! Просто держись! Нет. Клэр, не уходи, Клэр, не уходи. Псих. Мне так жаль, Клэр. Жаль? Майкл, тебе не о чем жалеть. Никто не смог бы сделать больше. Прости меня. Конечно, да. Хорошо. Тогда все хорошо. Все хорошо. Клэр! Клэр! Все. Псих. Псих, я сожалею, но у нас нет времени. Нужно найти еще один СВВТ сейчас же.
Псих! Не называй меня так! Нам нужно отключить этот чертов энергетический луч, псих, или все погибнут. Ты понимаешь? И что мне с этим делать, а? Я Майкл Сайкс! Я всего лишь человек-пророк! Я не смог спасти даже одну единственную жизнь! Всего одну! Ты эгоистичный скот, ты не понимаешь. Раш прижал меня тогда. Держал в заперти из-за долбанного костюма. Если бы ты его носил, это погубило бы нас всех. То, что ты был человеком, спасло нас. Мы все люди, псих. Мы все сражались. Ты и я. Номад и Шут. Все мы. Мы сражались, а не долбанные нано-костюмы. Остались только ты и я. Мы можем все изменить. Последняя миссия. Думаешь, она бы хотела, чтобы ты все бросил вот так? Всем каналам! Гриф Повстанец 4! Просим поддержки! Пилот убит, мы на земле! Под огнем цефов долго не протянем! Пси... Майкл, что бы ты понял, это будет бойня. Совершенно верно, мать твою. И бойню эту учиню я. Все верно, босс. Мне не нужен костюм. Не нужна техника. Мне только бутылка нужна, верно? Нейтрализую артиллерию, и я пригоню СВВП. Давай, бро. Это еще не конец света. Пока. Увидимся на той стороне.